Несмотря на субботний день, парижские школьники торопятся на занятия. Родители провожают их и одновременно выгуливают четвероногих друзей. В Париже необходимо внимательно смотреть под ноги, дабы не вляпаться в шоколад. Традиция латинского квартала и района Сен-Жермен – замечательный зеленый оазис Люксембургского сада. Этот, без сомнения, самый знаменитый парижский сад расположен в 5 минутах ходьбы от Сорбонны, в 10 от Нотр-Дам и от Лувра, в общем, в центре, как и почти все, в Старом Париже. Он не то чтобы очень велик, а все же это один из самых обширных парков города. Как-никак 25 гектаров зелени, скульптур, дорожек и фонтанов, плюс еще дворец флорентийского стиля, где нынче заседает Сенат, одна из палат французского парламента. Когда-то в пригороде древней Лютеции здесь находился римский военный лагерь, назывался он Лукотитиус. Позднее возвышался здесь замок Павер, о котором ходила дурная слава. А новая история сада и дворца начинается с 1612 года, когда королева Мария Медичи, вторая жена Генриха IV, купила и сады, и старый Люксембургский дворец, и весь этот тихий цветущий пригород, который она предпочитала неопрятному и шумному Лувру. В 1615 году архитектор Соломон де Брос начал по заказу королевы строительство большого дворца, который должен был напоминать ей дворец ее детства, флорентийский дворец Питти. Дорожкам этого сада прогуливались, читая наизусть Вергилия, Дидро и Руссо, изысканный художник Ватто, художники Делакруа и Давид, Модельяни и Цаткин, литераторы Гюго и герои его романа «Отверженные», Бальзак, Шатобриан, Ламартин, Мюссе, Жерсант, Верлен, Андре Жид, Жан-Поль Сартр и многие другие. Рильке приходил сюда искать вдохновение, Хемингуэй учиться живописи, Жерар Филипп учить роли. Нельзя не сказать и о русских поэтах и писателях, писавших о Люксембургском саду. Николай Карамзин и Исаак Бабель, Марина Цветаева, Николай Гумилев с молодой женой Анной Ахматовой, а потом и сама Ахматова на тайных свиданиях с Амедео Модильяни. Иосиф Бродский написал здесь цикл сонетов, посвященных статуе шотландской королевы Марии Стюарт. Романтический фонтан Марии Медичи – место, где часто парижане назначают свидание.
Люксембургского сада я выхожу в район бульвара Монпарнас. Статуя Бальзака, работа Огюста Родена. Звиты, кафе, Куполь, Селект. Недалеко есть еще и Ротонда, прославленные 20-е годы, именно сюда, с Монмартра, перебралась вся парижская богема, художники и писатели. Я выхожу с подножия парижского небоскреба Монпарнас. Башня из черного стекла не очень-то вяжется с архитектурой Парижа, однако это замечательная смотровая площадка. На лифте я поднимаюсь на 56-й этаж и дальше на крышу. Впервые я вижу Париж с птичьего полета. Отсюда прекрасно видно Монпарнасское кладбище, о котором написал песню Брассенс, который жил неподалеку, в двух шагах. Эйфелева башня. Сильнейший ветер гуляет по крыше. Подъездные пути и Монпарнасский вокзал. Вот и Люксембургский сад, откуда я только что пришел сюда. Дом инвалидов. Триумфальная арка. Для того, чтобы лучше разобраться в архитектурных памятниках, на последнем этаже устроена такая экспозиция, где виды из окна сопровождаются картинками с надписью. Я спускаюсь с 56-го этажа. Впереди широкая авеню Рен. И старейшая в Париже церковь Сен-Жермен-де-Пре. Thank you.